сейчас кто вообще? Или кто? Дим. Ну да. Да. Мне непозволительно поднимать руку, чтобы там не было. Это что с мужской стороны касается, что это? Очень тяжело сдержать себя в руках, когда тебя бьет девушка. Согласна. Это очень тяжело. Это... Вот у нас серьезная договоренность, что вообще никогда в жизни не бить по лицу. Это для меня не просто так. У меня были больные отношения, которые закончились, когда мне прыгали по голове ночью, рвали уздечки на лице, и я все это терпел. Для меня это просто сразу все. Плюсом, она сказала вчера, что перепутала любовь со страстью, что она меня не уважает, и я ей никто. Все. Вик, я считаю, если тебе девушка говорит, не трогай меня, то трогать меня не надо. И никто не имеет права меня тянуть, таскать, еще что-то. Для меня это нарушение моих границ. Я дам сдачу. А чего сдачу? А чего сдачу? Ты понимаешь, что я тебя тяну? Я тебя там обнять, я тебя там пытался поцеловать, хотел, чтобы ты успокоилась. Я тебе говорю, не трогай меня. Ты это дальше продолжаешь. Ты знаешь, как девушки говорят. Я ухожу, это значит, что останови меня. Не трогай меня, это значит, что... Ну, как это обычно и бывает. Нет. Одна вчера устроила очередной концерт, пыталась меня таким образом воспитать. Мне такое не нужно. Я всегда знал, вот, как с Кристиной.